Первый этап – пастеризация молока. Перед тем, как попасть в огромный чан, сырье проходит лабораторную проверку. Весь процесс занимает ни много ни мало 24 часа от начала до реализации. Ну, это довольно-таки сложный процесс. 12 часов на ферментацию, остальное время на подготовку сырья и на фасовку. После ферментации продукт отправляется на так называемое отваривание. На этом этапе полученная после ферментации масса приобретает всем знакомый вид творога. Творог есть у нас обезжиренный, 5% и 9%. Жирность достигается смесью, наполняемой для приготовления творога. Составляется смесь, то есть обезжиренное молоко, соответственно, для обезжиренного творога, смесь более жирная для пятерки и еще более жирная для 9%. За моей спиной находится так называемая линия стандартизации. Именно на ней происходит весь технологический процесс приготовления творога. После его останется только расфасовать и отправить в магазины. Процесс полностью автоматизирован, поэтому сотрудники этого цеха только следят, чтобы не было технических сбоев. А вот на этом этапе без человеческих рук не обойтись.